наполнение проталую воды, значит, в кастрюльки не ставлю, а кладу несколько пластиковых бутылок. Значит, смотрите, тогда пластиковые бутылки желательно ставить с таймя, чтобы вот эта вот горочка образовывалась сверху. Потому что если они лежат, то где-то она будет вот здесь. И действительно, то, что вытесняется, когда вода тает, ее трудно взять, потому что лежачая бутылка, она у вас лежит, она где-то здесь. Когда она начнет таять, она опять соединится со всеми этими шлаками, которые были в воде. Залезу, и вы получите тот же эффект. Поэтому ставьте бутылки вот так вот стоймя, и у вас сверху будет получаться вот эта вот штучка. А так, я не знаю, ну, пластиковые бутылки, вот кастрюлька великолепная вещь. Если пластиковая бутылка, ставьте стоймя, и у вас будет то, что надо. Значит, вот эту белую часть вы вымоете и выбросите, остальное оставляете при комнатной температуре в комнате и по мере таяния пьете.